мне вот мама рассказала, что есть такой фестиваль, он очень интересный, и тут есть очень много всего интересного, что можно сделать своими руками. Фестиваль «Стартап». В Центральном доме художника прошел фестиваль образования для детей. В космосе мне дали значок, что я был на Марсе. Вот я Петр Первый. Успел посмотреть, что как будет мастер-класс, учимся готовить. Успел посмотреть про еду, историю, как потерялся мальчик. Успел посмотреть книги, успел посмотреть паровозию. Я успел посмотреть, как делают УЗИ. На гончарном круге чуть-чуть поработал. Я видела карусель, там куклы-марионетки. Мне понравилось это, марсоход там. Я нарисовала бублики, кружку, грушу вырезала, виноград, яблоко, газету. Вот буду доделывать корабль. Я придумываю книжку. Это продолжение Гарри Поттера. И еще шоколад понравился, он очень вкусный. Мы делали ракеты из шоколадного пластилина. А пока ребята открывали в себе новые таланты, родители смогли посетить премию «Стартап». В премии участвуют детские книги, интересные места, которые можно посетить с детьми, детские игрушки, учебные пособия. Ну, во-первых, я очень благодарна организаторам фестиваля за то, что меня пригласили. Я буду представлять свою книгу. И мне кажется, что это, идея этого фестиваля, она просто замечательная, потому что он и для родителей, и для детей. И я считаю, это очень важное такое событие. Мы хотим помочь родителям сориентироваться в многообразии услуг и товаров для детей и показать те товары и услуги, которые являются самыми яркими. Здесь, как и всякая выставка, здесь очень много информации, и можно сразу в одном месте понять, подходит это тебе или нет. Здесь можно учиться и веселиться. Мечтай, фантазируй, смотри –